В Вятку выпустят мальков, промысловых рыб и очистят берега водоемов. Эти мероприятия проведут специалисты Министерства охраны окружающей среды. В этом году, по их данным, планируется запустить мальков наиболее ценных промысловых рыб и те виды, которые занесены в Красную книгу Кировской области. Например, осетровые, берж, судак и другие. Кроме этого, планируется убрать мусор, брошенные удочки и сети с берегов 10 озер, среди которых березовая курья, килейная и подборная. На эти цели планируется потратить чуть больше 135 тысяч рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Отмечу, что подобные мероприятия проводятся ежегодно в весенний нерестовый период.